Шеф-повар Максим Григорьев. Пирожки на кефире с бараниной и тыквой. Неожиданное сочетание тыквы и мяса является уже привычным на Востоке. Здесь вовсю продают замороженные полуфабрикаты, самсу, чебуреки, манты с такой начинкой. Но, конечно же, лучше, чем дома, никто не приготовит. У меня после приготовления самсы осталась начинка, и я решила приготовить вкусные пирожки с ней. Результат мне очень понравился. Получилось мягко, сладковато и очень сочно. Время приготовления – 25 минут. Ингредиенты: тесто, кефир 220 мл, масло сливочное 100 г, мука пшеничная 2,5 ст, сахар 1 столовая ложка, соды 2 г, соль 0,5 чайных ложек, яйца куриные 1 штука. Ингредиенты: начинка, кефир 220 мл, масло сливочное 100 г, мука пшеничная 2,5 ст, сахар 1 столовая ложка, соды 2 г, соль 0,5 чайных ложек, яйца куриные 1 штука. Начинка: баранина мякоть 370 г, лук репчатый 500 г, перец черный молотый 3 г, соль 1 чайная ложка, тыква свежая 200 г. Шаг 1. Для приготовления пирожков возьмем готовую начинку, как в рецепте самса с бараниной и тыквой, муку, кефир, сахар, соль, соду, масло сливочное. Шаг 2. Сначала приготовим тесто. Для этого смешать в одной емкости муку, соль, сахар, соду и растереть все руками с мягким сливочным маслом, чтобы получилась мелкая крошка. Шаг 3. В центре сделать лунку и влить туда кефир, 1/2 разболтанного яйца. Так как я использую очень крупные яйца, то один разделила на второй части, в тесто и для смазывания. Шаг 4. Замесить тесто, если нужно подбавить еще муку. Тесто должно получиться очень мягким, не крутым, немножко липким, но отстающим от рук. Накрыть его и оставить под полотенцем. Шаг 5. Начинку поджарить на сухой сковороде до готовности мяса. Шаг 6. Остудить на блюде. Шаг 7. Чтобы избавиться от крупных кусочков лука, пробить начинку блендером. Пусть небольшие кусочки будут попадаться. Шаг 8. Тесто нарезать удобными порциями, для 1 пирожка. Шаг 9. В центр каждой лепешки выложить начинку и слепить пирожок. Шаг 10. Пирожки выложить на противень, смазать второй половиной яйца. Шаг 11. Посыпать чернушкой и поставить в разогретую до 180 из духовку на 25-30 минут. Шаг 12. Готовые пирожки сбрызнуть водой и накрыть полотенцем. Дать отдохнуть в таком виде минут 10. Очень мягкие получились и очень вкусные. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.